Привет, это Рита, и сегодня я достаточно возмущена и раздосадована, чтобы наконец-то записать гайд, как не надо заказывать картинки. С чего стоит начать? Лексика. Не следует использовать в своей речи неуместные сравнения, такие как колхоз, сборная солянка. Вам следует отказаться от слов шарж и даже, пожалуй, ренессанс. Я не так уж плохо отношусь к критике как к явлению, и я понимаю, что у всех у нас разные взгляды и вкусы, но мне кажется достаточно грубым комментировать работу, над которой я так или иначе старалась много часов, и я не пыталась сделать ее плохой. Слышать в свой адрес: лицо выглядит как будто бы шарж, эти цвета колхозные. Есть огромное множество других злых и неприятных примеров, которые мне не очень хочется вспоминать. И я надеюсь, что у тех, кто посмотрит это видео, нет подобного опыта. А если есть, то я бы с радостью прочитала о нем в комментариях и разделила ваши переживания.